Шумят подшипники на моторе стиральной машины. Вот. Возьмем как пример. Слышим, как работает. Вот. Мы используем вот такую смазку, восстанавливающую. ВМП авто. В общем, иголочки вот эти вот от флюса паяльного. Заряжаем вот простой шприц. И вот с такой обоймой подшипник поддеваем пыльник. Вот так. И сбоку заводим саму иголочку, вот так вот. И заправляем смазку. Заправили, обязательно покрутили. Здесь включаем магнит. Поддеваем пыльник аккуратно. Вот. И заправляем. Все заправили. Закручиваем. Проверяем. О, уже работает мягко. Но есть и другого типа подшипники. Там в следующем видео.